Друзья, всем привет! На сегодня у нас необычная самоделка из обрезков доски и фанеры, а также щеток и обычного черенка от граблей. Сначала все размечу и попилю. Ну, в принципе, комментировать особо ничего не нужно. А если вы посмотрите видео до конца, я думаю, и так каждому будет все понятно, как при необходимости можно будет повторить самоделку. Размеры тоже индивидуальны, каждый может подогнать под свои параметры и материалы. Так что смотрите видео до конца, желаю вам приятного просмотра.
А получилась вот такая необычная щетка для обуви от снега и грязи. По сути, сделанная из хлама. Купил только щетки, и все четыре обошлись мне в 200 рублей. В интернете полно предложений с готовыми такими уличными щетками. Но цены начинаются от 1500 рублей. Так что самоделка вполне рабочая, ведь не зря же продаются варианты, скажем так, в заводском исполнении. И по опыту использования скажу, что пользоваться ей вполне удобно и комфортно. Держась за ручку, она особо никуда не убегает. Друзья, вот такая самоделка сегодня получилась. Оцените мои старания лайком или дизлайком, а также не забывайте оставить комментарий насчет самоделки. И как думаете, из чего можно сделать ножки? Я сделал из оглушек полипропиленовой трубы. Вариант рабочий, но хочется что-то обрезиненное или вроде того. Есть идеи? Друзья, тех, кто не подписан на канал, я прошу обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.